отставной военный Павел Андреевич Федотов буквально за 3-4 года сумел преодолеть путь от художника-самоучки до широко известного мастера. Изначально он хотел стать баталистом, но знаменитый баснописец Иван Андреевич Крылов, случайно увидев его бытовые юмористические зарисовки, убедил избрать основополагающим именно данный жанр. Рассматриваемая картина своим появлением обязана Карлу Павловичу Брюлову, который посоветовал Федотову нарисовать что-нибудь на соискание звания академика и лично помог с выбором сюжета. Полотно исполнено тонкой кистью и содержит тщательно проработанные детали. На переднем плане сидит умывающийся кот, символ скорого прихода гостей. Создается впечатление, будто зритель лично застал царящий в доме купца переполох. Предстоящее сватовство воспринимается как театральная комедия. Чин жениха известен, предлагаемое за невестой приданное тоже. А вот сами молодожены едва ли знают имена друг друга. Все наиграно и искусственно, и деланное жеманство невесты, явно в первый раз надевшей декольтированный наряд, и показная удаль майора, чьи ноги в точности повторяют форму ножек стула на переднем плане. Да и само действо, судя по всему, разворачивается в обычной проходной комнате, а не в гостиной или столовой. На это указывают висящие образа, а также отсутствие соответствующей мебели – дивана, кресел, буфета или серванта. Федотов долгое время искал подходящий для картины интерьер, посещая десятки купеческих домов, а желаемую обстановку увидел случайно в одном из городских трактиров. Нелегким был и подбор моделей. В качестве майора художнику позировал один из его друзей.